Дай Бог нам всем в трудное время мы живем с вами, дай Бог нам всем сохраниться духовно прежде всего, потому что мы раздерганы и растрепаны всякого рода искушениями. Мы забываем о любви к ближнему, мы забываем о сострадании и терпении. А это очень важно. И без этого мы не спасемся. И мир погибнет, если он не научится сострадать. Мир и так в бездну летит. И если мы, православные, не услышим глаз Божий, то уже ничего не остановит этот мир. Храни вас Господь. Дай Бог, чтобы в нашем сердце ожила любовь. Чтобы в нашем сердце возникла искреннее желание больше всего на свете пребывать с Богом в вечности. Аминь. Храни вас всех, Господь, причастники, выслушайте благодарственные. Слава тебе, Господь.